в этот праздник, конечно, нельзя остаться равнодушным, и эмоции, конечно, переполняют нас, потому что та боль, которую испытали наши предки, она возрождается в наших сердцах в этот день особенно. Конечно, мы не забываем и в течение года об этом поступки, и благодарим ветеранов наших каждый день, глядя на наше мирное время. Но сегодня эта память возобновляется новыми красками, и благодарность увеличивается в десятки раз. Хочется выразить слова глубокого уважения и признательности всем, кто в годы Великой Отечественной войны отстоял свободу, независимость нашей Родины, и сказать ветеранам большое спасибо, пожелать вам долгих лет жизни, крепкого здоровья, низкий вам поклон.